Ачинский НПЗ возобновил работу после аварии. Об этом сегодня сообщила радиостанция «Бизнес-ФМ» со ссылкой на официальное заявление Роснефти. НПЗ приступил к выпуску основных видов нефтепродуктов – дизельного топлива, судового и авиатоплива. Также возобновил работу установка с выработкой нефтебитума. В сентябре НПЗ должен выпустить 400 тысяч тонн товарной продукции. Это 70% от доаварийных показателей. Поставка нефтепродуктов потребителям будет возобновлена в ближайшее время, сообщили в компании. Производство полного набора нефтепродуктов начнется в конце этого года. Я напомню, что 15 июня на заводе произошел взрыв газофракционирующей установки. В результате ЧП погибли 8 человек. Работа предприятия была приостановлена.